четверг в Самарской области малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневное время плюс 1, плюс 3 градуса. Ночью 1-3 ниже 0. Ветер юго-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями. Днем плюс 1, ночью минус 3 градуса. Ветер юго-восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти на небе облака. Днем плюс 2, ночью минус 1. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 2, ночью минус 3, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 59%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.